ебал вас нахуй. Я ебал, кто там, блин, нахуй. Надо было больше дрочить. Я, короче, на гору бегу, чтобы этот... В смысле больше дрочить? Я тоже бегу. Обзор был. Он, короче, ближе к этому, к дому с пианино бежал туда. Ухожу тоже вверх. Пойдемте все. Я ухожу, я в сторону горы бегу. Давай в сторону горы. О, ну это с Хансен крюкзаком был. Бля, надо шатать их. Это, наверное, один из тех хуев, которые вот бежали вдвоем. То, скорее всего, они. Мансуй. Кто рядом со мной бежит, Мансуй. Я бой сделал. Так, а я знаете, что сделаю? Я сяду в красный дом здесь. Двухэтажный. Здесь с окон как раз видно эти коровники. А нет, не видно. Я пожалуй тоже в красный дом, что-то по полю не хочу бежать. Я что-то тут один наверх бегу. Мы что, на гору не поднимались? Не поднялись. Я в кустах сел. Я тоже в кустах сел, не добежал до горы. Ну, если я на гору поднимусь, просто, ну, вижен будет нормальный, стрелять не смогу. Я в зеленый дом захожу. Сейчас я поднимусь, посмотрю. Ну, из окна в доме с пианино никто не выглядывает. Ну, я не знаю точно, но он в ту сторону уже ходил. Не, я тоже пойду в сторону этого. В сторону горы что-то нет, мне очень нравится тому. Так, я добежал, сейчас буду вижен давать. Бля, если он где-то в коровниках сидит со снайперкой. Ну, да нет, у него калаш, по-моему, был. Не знаю точно. Оно самым последним возле этого, потом с пианино было. Меня вот целил петух, а? Бля, пиздец. Вижу его, вижу. Где? Завис, елки. Воз... По дороге бежит, вон он. Смещается желтая повязка. Сука, желтая повязка, это того, тот типан. Это дружок всех, которых мы убили. А, убегает теперь. Да он на север бежит, короче, по елкам. Да-да-да, вижу его. Метров. Кто по полю бежит? Это я по тут полю? Бегу по полю. А, вон вижу его, хуй этого. Он убегает, видим? Бля, он у него белая повязка. Там вышка такая, вышка еще там. Да, он пытается окружить. Санек, встречай его с горы. Иду. Кто стреляет? Бля, кто там по полю бежал из нас? Я стрелял. Чуть выше, я стреляю. Понял. Борись, я стреляю. А вон он бежит, вижу его. Зоркий он залаганный. Стреляет, да, он залаганный, я поэтому его и заметил. Белая повязка. У него зеленый рюкзак, короче, такой маленький на 20 футов. Он хочет обойти. Он один был или двое? Одного вроде вижу, один. Вон он убегает вверх, то есть вверх бежит. Да, какой вверх? Ну там где... Да, блядь, на север бежит. Да, где он мне вроде? Он лес полоса идет, вот он там бежит. А вот еще за ним один бежит по полю. А двое еще бегут. Электропередачи, видите? Их еще двое возле вышки, блядь, алло. Да тихо ты, сука. Еще двое бегут за ним. Да, в натуре ебать. Вверх, Санек, сейчас они будут в кусты заходить. Вон они. Подбегают к внешним елкам, вон сел один. Дай белой повязки. Тихо. Убили! Одного! Убил одного. Да. Кто стрелял? Да я стреляю, чё он, окей. Бля, вот того контрольте верхнего, который туда уходил наверх. 400 метров. Он до сих пор убегает, он убегает вверх, сюда, совсем в сторону... 400 метров, Борис. СЗ, в сторону СЗ убегает, сейчас по кустам. Я пойду того проверю, прикройте. Аккуратнее. Я затем пока... Тихо, он там сел за деревом где-то. Сидит. Давай. Аккуратнее. Подожди, о, вижу, на нас бежит один, на нас, прям на нас. Бежит пока... или? Да, бежит прям на нас, у него белая повязка, он бежит, короче, к этим. Вижу, да. Жди, ждем 200 метров. Где? Скажите,
Меня не убейте. Около электропередачи будет побегать. Бля, Борис, аккуратнее там сядь где-нибудь в елке спрячься. Давай ебашить уже, Эльдар. Похуй он, сука, чтоб он испугался. Я ну вижу, давай, в присисках один бежит, вы его видите? Он развернулся? Не знаю, я его за кустами... Да, сейчас, подожди, не вижу. За кустами его не вижу. Я тоже. Где вы там у них стреляете вообще? Тоже не пойму. Я вот одного вижу, вижу, он там где-то бегает. Тихо, бежит. Сверху возле свалки. Да, да, в приседе. Да, где вот там? Свалка, он там, он где-то. Убил кто стрелял с Блейза? Красава, красава. Красава. А возле свалки еще один живой где-то. Да, я его смотрю свалки. Сейчас. Он там где-то. Вон, 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 он около, около дороги бегает, там мансует. А в какую сторону? Уже не вижу, он за кустами. О, во, во, около дороги он там. Я чуть выше к тебе прямо подниму. Около дороги. Возле свалки или где? Я походу попал, у него куртка уже заруиненная. А, так. Вижу его, у меня. Он слева от тебя, да, да, вот там Эльдар, он за кустами где-то. Так, тихо, я тут это перебегаю в кусты другие. Не убейте меня. Мы тебя не убьем. Тут такие деревья, короче, рыжие и кусты. Да я нет, вот я сяду сейчас. Просто стреляй в эти кусты. Он конечно, если вижу, но я его не вижу пока. Вон он около дороги до сих пор. Подожди, может он нормальный? Не-не-не-не-не. В смысле нормально? Он выцеливал меня нормально. Да? Да. Да, да, вижу его, вижу. Сейчас, подожди. Подожди. Я сейчас стрелял. Он становится. Окей. Намазал. Бля, побежал? Не надо было. Нет, вот там же. Да-да-да, вон он. Блядь, я попал прям. Сука. Белая повязка, тот же хер. Бежит в сторону Бориса. А, да, вижу по дороге. Да, в твою сторону. Блин, по дороге промазал. Двигает. Он по лесополосе это бежит. Да, блин. Ты, а ты сидишь где? Блин, не вижу что-то нихуя. Да подожди, подожди, он еще далеко от тебя. Метров 300, ты его не увидишь. Я не сейчас вижу он, этого. Он в лес этот заходит. Где ты? О, вижу, сынек, ты стреляешь. Он да я не в этом лесу, да, я не добежал. Ну ты там в елках сидишь где-то же. Он сейчас... вон, вижу, вижу. Вон он бежит, да-да-да. Он там за елкой что-то. Пиздец, вот это бы себе дали. Пиздец. Вон он в елке. Вышел с другой стороны. Блять, он заебал лагать, ублюдок. О, Санёха рядом со мной было. Санёк, меняй позиции. Ты стреляешь? Я стреляю. Подожди. Я его вижу, блин. Он там за пистолет. Это он, это он. Он забаганный. Я возле дороги. Упал? Нет, нет, не упал. Он дальше упал. Все, умер, умер, все, его добили. Ник, ник, быстрее чекать надо. Все, троих пошатали. Борис, прочекаешь, ник? Кто еще стреляет? Никто. Да все, все. Я пытался сидел. Блядь, только стоп. У меня позицию. Стрелял. Я стрельнул. Блэйз, сила. Это вот кто к нему сейчас бежит? Я бегу к нему прям. Давай, ник, чекай. Я бегу к первому. Давай. Может успею, может нет.